Дорогие друзья, любители ARPG, мы про отдых... Да что ж такое? Подожди, кислая орела. Львиная орела. Дорогие друзья, любители ARPG, мы продолжаем проходить Виктора Врена, идем в подвал зараженных. Победить суккубы-меченосцы нам нужно, суккубы-дрещеровщицы в ближнем бою, суккубов-ведьм в дальнем бою, суккубы-виртуозы, не прибегая к святилищам. И мерзость не... И мерзость, не используя зелья. В общем, дальний ты ставь. Но у меня а я ближний. Стоит. Да, и мне нельзя будет использовать зелья. Хотя у меня... Посмотрим, что в погребе. Думаю, все как обычно. Вино, демоны, ведьмы. Погоди. Меченосцы. Дрессировщицы, в общем, ближним, а в дальнем ведьмы. Все, поехали. Поехали. Ой, так, кто там? Адские суккубы и искусительница. Я тоже попробую не использовать. Не использую. Это кто? Ой. Меченосцы. В каком их надо? Они тебе могут. В каком их надо? Они... Просто победить. Просто, да? Угу. Окей. Сейчас мы выпьем жесткость. Ой, нельзя. Нельзя использовать зелья. Ну, еще раз будем заходить. Настолько уже фиаско. Пойдем там мемориал. Или это... Суккубы адские. Так, а силу демона можно юзать? Ну, можно, да. Осторожно. А сколько тут секретов? Один. Так, ты готов к мемориалу? Я всегда готов. Я уже буду хилиться, потому что я испортил все. Бывает. Ай. Братья хотят тебя. Да пока вроде нет. О, мне еще носит второй. Сейчас меня могут ушатать. Не надо. Все, я сам ушатал. Отлично. Сам сделал. Музыка хорошая. Да? Что, мы все уже, что ли, освободили мемориал? Нет, нам награду не дали. Ой, ледяные. Ведьмы, это кто? Куда? А, это мне. В дальнем, да, тебе занимайся. Только не юзай могут. Ай-яй-яй-яй. Все, убил. Отлично, засчитали? Да. Хорошо. Ух ты, тут ничего. Я похоже одну ведьму. Нет, ты мне ничего скидал. Вот ведьма вторая. Все, давай. Так, разбираемся. Рубает туман. Вот и туман. Святилище тоже нельзя было, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Фу на тебя, святилище. Точно, запорола мне все. Его потуги сорвать мое 100% прохождение. Это лайк, не лайк, а лай моськи на слона. Тьфу на тебя, святилище жизненное. Секрет ищи. Труба трешак. Да что там на уровне торчлайта? Может даже и выше может быть. Мерзость. Что там с мерзостью надо сделать? Просто надо было не юзать зелье. Да? Какая мерзость, она меня убила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня это какой-то Александр здесь. Кравченко хочет добавить меня, лезет ко мне в скайп просто в 2 часа ночи. Это нормально, Александр? 2 часа ночи? Ну да. Страшно. Ну да.
Время здесь давно остановилось. Правящее семейство заперлось в своем замке, затерялось в своих темных деяниях, алчности и поисках бессмертия. Тем временем, простой народ погибал от мятежей, болезней и голода. Богатым никогда не было дела до бедняков, так было и на этот раз. Так, там может быть дрессировщица, их ближним может надо. Ай-яй-яй, как они меня сбили, они меня просто уничтожили. А, это не то. Гарпунчиц, это не то. А стол. Гарпунчиц. Дрессировщиц, нет? Блин, это не то. Кто-то жарит меня чем-то, кто-то жарит больно. Виртуозы. А их как надо? Не прибегайся. А, ну все, я сейчас сделаю. Они сделали меня здесь. Я подлез просто. Слушай, меня тоже делают. Ёшкин матрёшкин. Так, меня сделал виртуозило. То он слишком много пишет. Как много? Надо хотя бы по 6 роликов в день выпускать. А я пока по одному-два. Просто монтируется очень долго. Вот поставлю Ryzen, который уже ждет своего часа. Все будет быстрее. Да я не про прохождение, а про сортирный шансон. Да. И какой там трактир был. Так, а в моем донате Александру Сотнику вообще здесь не о чем говорить. Слушай, они нагревают. Ты живой? Я так и понял, что тебя слили. Ну как, нечего говорить. Вот виртуозила. Дрессировщица здесь. Алло. Я понимаю. Нет, тебе. Не, ну я попробую сейчас молот поставить. Так. Поставил. Ну как, не стоит говорить. Просто виртуозила кидает каким-то сотниковым донаты. А вы вот не кидаете виртуозила. Ай-яй-яй-яй-яй, альфа-самцы тут. Так, да давай сосредоточься. Так я тащу. Да-да, ты тащишь. А стоп. Давай. Ой. Они так, что-то на цепи тут как-то. Труба меня прерывает. Да. Молот. У меня же нету карт для молота вообще. Дальник. Надо тебе тащить. Я сейчас лягу. Сейчас лягу. Я сейчас встану. Давай. Это новое что-то. Я сейчас лягу, я сейчас встану, еще не было. Так, вот дрессировщицы. Бам, притянул. Меня тоже остановили. Чуть не убили, ну как? Ой, как больно, парень. Притягиваю. Бам. Поворачиваешь. О, я секрет нашел. Ты там чем занимаешься? Еще мне говорит, сосредоточься. Секретики уничтожи. Давай, иди, разноси дрессировщицу. Да надо вылечиться. А у меня нет хилки. Ой, меня прервали. Тебя вынесли? Это страшно. Да. Сейчас я поставлю свой лучший молот, и мы их по барику сделаем. Да не. Да-да. У них иммунитет, у этих собак вонючих. Ну, надо их этот дезодорантиком. Итак, вот у нас дрессировщица, которых было три, я сейчас не три. Всё, сейчас будем выносить. Бам, бам. Ну, я критами вообще каждые две атаки просто убью. Нагреваюсь. Прервали, ну как? Поворачиваем. Труба никогда так много не... Забавно, что у нас два человека из Стима смотрят сейчас. Ребята, обратите внимание, правый верхний угол. Двое друзей смотрят трансляцию еще до того, как видео вышло просто на канал.
Они узнают первое, что происходит на Virtuosilla Game World. Ну давай сюда иди. Ну иду сюда. Так, это... я тоже взял дерби. А это опять все заново будет, да, сейчас? Да, давай по новой, все фигня. Окей, давай. Раз фигня, что еще остается? Они просто что, надоели прерывать. Ведьмы в дальнем бою мне не засчиталось. Так как просто вынесли, я не могу. Успокойся. Как мы будем это на хардкоре проходить? Слушай, подожди, а у тебя суккубы ведьмы в дальнем бою засчитались? Подсмотришь потом. Просто у меня нет. Труба на меня спрыгнули. Парень, надо что-то делать. У меня одна из двух. Мне тоже, кстати. Хотя их было две. Судя по всему. Давай перезайдем. Сразу будем выполнять другое, давай? Давай. Ну я выполнил все задания с зельями и святилищами. Ну, ты топчик, а я нет. Я просто не хотел сливать. Так, секунду, я поставлю кузнеца, чтобы у меня была броня еще побольше. Мы сейчас точно затащим. Мы топчик, да? Да как так-то? Не, давай без да. Как так-то? Да чтобы враги так говорили. Делаем. Я пойду фиолетовый сундук сделаю. Делай. Так. Вот карточка. Что же здесь поменять? Так. Вот это. Все красиво. У меня броня 420 теперь. По сути, меня уже, ну, ваншотить не должны. Вампир, хотя, аура, берсеркера. У меня ауры берсеркера до сих пор нет, я не могу ничего сделать. Это ужасно. Идем. Очень. Так, у меня... Да, пошли. Подвал зараженных. У меня вообще ничего не выполнено. Надо мерзость, не используя зелье. Виртуоз, не прибегая к святилищам. Поехали. Короче, еще в дальнем бою ведь нам надо, да? Да. Ведьма, секунду. Ну, без карты уж как-нибудь попробую загасить с электрометиком. Хотя, поначалу-то можно по классике юзать все. Ну, просто не юзай зелье, сливайся, как я. Ё-ё-ё, я полечился. Надо перезайти быстро. Гоф штаб, я машинально. Да там убери просто. Я понимаю, да. Там просто напряжение большое и. Хотя уже столько раз убили, но все равно это чувство, что хардкорный персонаж, знаешь, надо беречь. А у меня нету чего-то такого чувства. Так, секунду, я ставлю дальний бой. У меня там процессор уже просто из-за жары скоро сгорит. Ну, давно пора. Да что ж такое, я жестко стеснул. Я говорю, убери слот, это самое простое решение. Ну, правда. Так, все, иди. Ты убрал? Пока нет. Поставлю я тоже электромет сейчас. Непослушный ты ребенок. Ну да. А ты исполнительный взрослый. Переименую тебя из мальчика в исполнительного взрослого. Я тоже переименую, что увозилы. Ух ты. Как это тебе? С удара как? Пока я электрометил. Так, ну ладно, я пойду пока локацию тут защищать. Давай, давай, отдыхай. Давай. А чё там? Да как так-то? Убили? Прикинь. А что-то они все ваншотят.
Они выносят просто. Ой-ой-ой, сейчас опять убьют, я не хочу падать. Я сейчас лягу. Давай вставай. Я сейчас встану. Может реально поставить пока регенерацию карту? А у тебя не стоит? У меня стоит порочный рой, я думаю, что все так плохо. Так, я снял регенку уже давно. Бородатый ты ребенок. Давай ставь, все потом. Не хочу. Ты там занимайся пока. Тогда непослушный, иди сюда, тут ведьмы будут. А сейчас приду, мне надо найти этого шута, который стоял с регенерацией. Но урон тогда пока уберется. Как шут, смешно шутил? Ладно, буду сливать. Не, нормально. Да хоть ты. Как-то мы не слаженно просто работаем. Сегодня да, сегодня что-то в этой серии пошло не так, в следующей это все изменится. Нет. Идем? Ну учти, я сейчас упаду. Ну учти, я сейчас встану. Так. Я пускаю тупо шаги. Тебе ж лечиться можно уже, лечись. Так это у тебя хп мало. Нет, я просто говорю, чтоб ты не забывал лечиться. А, так я не забыл. Спасибо, конечно, за напоминание. Труба их, конечно, электромет просто шпилит. Угу. Да, хороший. Тупо шарики накидал, все. Убери их от меня. Так. А, у меня генг сработал. Так. Сейчас надо их всех убрать, потом убрать ведьму. Чтобы уж наверняка. Все, сейчас смотрим. Чисто дальний бой. Ой, только святилище не использую. Я не использую, я. Потому что тьфу на него. Есть. Все. Все, я убираю электромет. Стоп. Дали две легендарные карты. Ой, эти силы демона. А стоп. Что? А стоп. Сердцеед есть. Бомбардировщик есть. Блин, это топ. Так, сейчас, может, я сольюсь? Перед этим. Так, на мерзости вот сейчас мы его сольем и можешь хилиться. Да. Поэтому не сливайся лучше. Разберусь как-нибудь. Давай, давай. Стоп. Яд есть. Блин, больно. Все. Новый предмет дали. Какой? March or Die альбом. Чего? March of Die? Да нет. Неважно, важно, что выполнили. Так, сейчас берем ближний бой. Секунду. Так, раз, два, три, и погнали. Выбышка да прерывают. Обожаю просто. Особо любимая просто. Так как так-то? Прервали. Да реально, да. Да как так-то? Мурахи. Совести нету. Нельзя было святилище, парень. Да что ж такое, а? Так ты что можешь хилиться, да я подумал, что и святилище. Ну еще раз придется. Ну, все же любят долгие части. В скобочках нет. Особенно я просто включаю раунд. Ставлю лайк. И
не тупить, чаёк. Вот так вот не надо смотреть части, как я. Дрессировщицы пошли по ближнему. Сейчас я их дрессирую. Давай хотя бы их сделаем, уже будет проще. Так. Ну они крепкие очень, правда. 320 броня, надо одну бить. У меня нормально пока. Офигеть, я ее бью. Сейчас ударил, короче, у нее броня прибавилась на сотку. Сейчас. Вот это давай. Осторожно с бумерангами. Здесь прыж будет. Я даже скиллы не юзаю, чтобы натуральный ближний бой был. Ну это хорошо, конечно. Вообще не пробивается. Да, есть такое. Можно, я думаю, так было сделать. Еще одна. Два из трех. Да. Еще одна есть. Сейчас я упаду. А, вот он. Только не упади ты. Так, главное сейчас мне не упасть. Давай, давай. Я сейчас лягу. Да я сейчас встану. Так, я пока тащу я топчик. Да. Труба тут месиво этими новыми силами демона устраиваю. Эти мы еще сломанные миры не заходили. А что, ТРПшится еще? Да. Надо сначала здесь все ачивки взять. Я понял, я про то, что там, понимаешь, там тоже, возможно, будут новые силы демона. Новые это оружия круто, какие-нибудь. Которые здесь могут помогать. Да. Так, так, давай. Да-да, я тащу. Фух, наконец-то. О, левел ап. Труба тут просто насыпали всего. Зачем мне ваши подачки? В общем, виртуозов. Не прибегая к святилищам. Ты секрет взял? Нет. Где он? Вот здесь. Кстати, ну такое место. Давай сейчас быстро сделаем это. И будет еще давай. Одна чистая лока. Сразу летим. Секунду. А мне ближний бой. Так, да, просто. Сразу. Сразу, вот именно сразу. Как какой там дамаг, они что, по 6 тысяч жизней бьют, я не пойму. Не знаю. Слушай, ну это видите. Да как так-то? Вот так вот. Просто. Тот, кто смеялся, теперь понял, как так-то, да? Unreal. Вообще, пошли сразу на мемориал слева. Они а же там. Они все там? Ну, вроде да. Да-да-да. Окей. Потому что на том их точно нету. Потому что мы там были, ты еще не видел святилище. Нормально. Труба, это обычный противник, нормально? Обычный, синий, даже не желтый, понимаешь? 420 брони, я такого вообще еще не видел. 320. У меня было 420, посмотришь, она какую-то штуку на себя юзает. А, она меняет ее, да, я видел. У меня тоже 320, однако мне выносит просто как нефиг. Ну, у тебя ж урон не 6000. А у них 6. Да. Так, знаю, ладно. У них 26. На самом деле, надо как-нибудь поэкспериментировать. Когда вот мы все уже миры во всех побываем, да?
Хотя уроном? Там что уже? Да, прям хочется реально все карты пустить в ход, какие только есть. Билды, да. На урон. Я раньше экспериментировал, там то в костюме фермера был, то еще в чем-то. Да что ж такое, я из-за замедления не смог отойти, а? Успокойся. Котики все порешали. Тихо-тихо-тихо. Да как так-то? Не, парень. Ребят, ставьте за эту часть дизлайк. И приходите на следующую, мы назовем слаженная часть. Да, сливаться так вместе. Ну, это, конечно, бред. Да как? Не, ну, молотобойцы просто котики, они с ними даже рядом не стоят. Они даже не сидят рядом. Да вообще. Ой, как я какой-то на голову упал. И чуть не убил. Меченосец. Да, второй упал и убил. Смотри, чтобы они тебе на голову не упали. Я смотрю, я в прошлый раз так же сделал. Он куда-то улетел, я уворачивался, он бац! Свалился мне, как снег на голову. Все. Че так больно-то? Не... Секунда оставалась. Надо было говорить, я сейчас лягу. Тебе отвечать, что ты сейчас встанешь. Напускаю, короче, шариков, буду просто стоять и уворачиваться. Так не получится. Они будут просто падать на голову и убивать. Я буду уворачиваться. Просто тут диапазон для их падения будет меньше в этом коридоре. Там они по всей площади просто могут упасть. В диапазоне. А там еще замедление. Ну как можно, какая-то вонючка оставалась замедление, тут вообще не зайти даже. Ух, огонь. Мне нравится, что у нас подгорает, потому что... Куда? Я выкатился! Я выкатился прям на... Прям на эту штуку, а. Я убегаю от этого чудища просто. Ну как так можно таких противников делать, разработчики? Видите? Видите враны? Почему такие бараны? Успел встать, но я к тебе не пойду. Он ушел от регенерации просто, тварь. А, ну да. Просто регенерация кто? Одни меченосцы. Я бы их не называл меченосцами. Вообще урон не проходит. Впечатление, что я не топовый персонаж, не с топовым оружием, не до конца улучшенным. Просто обью какой-то первой палкой, понимаешь? Да. И святилище нельзя узнуть. Все. Получай, меченосец. Труба. От такой жары в частях у тебя процессор точно сгорит. Спасибо большое, мне недавно только сгорел, как раз вот еще то, о чем я мечтал. Подумаешь, там по $600 на процессор выкидывать. Ты же сам об этом сказал в начале части. Я просто подтвердил. А, так все, выполнили мы, что? Серьезно? Да. Вот еще виртуозило. У меня выполнено. Все, ну, у меня давно было выполнено, но мемориал лучше бы добить. Не зря же мы столько мучились. Все, идем в штаб. Погнали. Ух. Фу, ребята. В общем, просто нечего сказать, кроме того, что следующая часть будет слаженной частью. Вот ее нужно будет посмотреть целиком. Увидимся.